Привет, стримаши, это исследователь. Очередная лампа светодиодная, она сломалась, какая-то деталька сломалась, она моргает. Может быть, это диод один просто сломался. И не знаю. Просто хотел показать, что внутри. Такой радиатор алюминиевый. Вот такая платка. Так, трансформатор. Два конденсатора. И одно место пустое. Вроде более-менее нормальная платка, но сломался очень быстро. Вот сама лампа, производитель SmartBuy, 9 ватт. N0915. В общем, барахлянская оказалась лампой. Покупать не стоит, сломалось очень быстро. Что именно сломалось, я уж не знаю. Чинить как-то неохота, нет времени. На этом пока, ребята.